Да, рыбалка началась с ремонта колеса. Отъехали, короче, от гаража, а ниппель-то не держит. Вообще кошмар. Заехали на шиномонтаж. Сейчас мы это дело... Не реклама. Но работает круглые сутки. Починив колесо, заехали на заправку. 5 литров плеснули на всякий случай. Влезло. Вот. Так что все нормально. Куда едем, не знаем. Ура, говорит, ура, едем! Опять маленькое ЧП, колесо не разработалось, все время выворачивает. Немножко это самое, да, с колесами у нас сегодня проблема, но мы уехали далеко, да, далеко, и никого нету, да, мы одни, пока одни, шевеления не вижу, даже дыма нету никакого в тех домиках. Да, наши сооружения. А так мы прибыли. Андрюха, куда мы прибыли-то? Слободское. А Слободском мы. Да. Снова. Но первый раз в этом году. 4-е Говенково. Ну ты даешь. Первая лунка. Видали какой? На всю... До майских праздников льду хватит. Андрюха идет, ищет заколдованное место. Метр почти что лед. Что, придется сверлиться? Метр, так метр. Да, Андрюха? Будем? Видите, клюет. И клюет воду. Один ёж. 15 минут работы. Вот, сейчас тоже. О, зашел. Ну ладно. Все подойдет. Очень мелко оказалось. Ребята, пошли дальше. Что там, окушок у тебя, да? Ага. Ну вот, первый окушок есть сегодня. Так, у меня пока что одни ерши. Ну, ершочки. Ловил ершей и все-таки дождался своего окушка первого. Да. Ну, в принципе, такой, скажем, и не маленький. Вот. Нормально. Будем ждать. Погода такая сегодня ветреная и снежок несет.
Ребята, все там, все там. Вот, натаскал с одной лунки только что. То перестало. Что, друзья, мы переехали в другое место, как бы типа за сорогой. Я одну уже достал. Андрюха прикормил манкой, ему попался ёрш, да. Вот, там сидят конкуренты, греются. Ну, ладно, мёрзнут, наверное. Вот Лёха тоже, говорит, на стоячку что-то у него клюнуло. Но вот не держал в руках удочку, поэтому... Не поймалось, еще не поймалось. Ну ничего, ничего. Продолжаем. Ну что, посидели тут часок. Поймали одного ерша, одну сорожку. Нет на глубине ни шиша. Сейчас, наверное, будем перемещаться к ручью, в смысле к речке. Может, там что еще на зацепим. Так, зима зимой. Вот. Сегодня мы практически одни. Ну вот еще тут в палатке мы не знаем, сколько человек. Но у них еще теплится надежда вместе с тем дымком, что они сегодня что-то поймают. Ну, вот переехали мы обратно к речке. Тут мелко, ну хотя бы хоть что-то клюет. Все, пятый час. Снег пошел. Сосед уехал. Потихоньку собираемся. Что я там сегодня поймал? Вот все мое. Я... Андрюха, конечно, хапуга еще тот. Он еще, о, как наловил. Сейчас я покажу. Ну-ка, покажи. Андрюха, блин, наловил. Опа, на, смотрите. Вот у него семья большая, ему надо. У тебя опять клюет, Андрюха, давай. Клюет. Это хрень зеленая. Ну, удачно. Хоп, есть. О, сам ушел, молодец. Вот его полигон. А вот у нас Леха здесь сегодня тренировался. Сюда сбрасывал покрупнее, сюда помельче. Не может открутить. Вот все, там речка. Сейчас мы туда поедем. Собираемся потихоньку. На сегодня ледовое побоище закончено. Сними кладбище. Да, все снято. Все нормалды. Как, Леха, все провел нормалды. День? За тобой вообще не видно низги, смотри. Ой, а где сга? Там все рыбаки сидят. Там была сга. Все рыбаки сидели там. Мы сейчас сядем. И поедем, и помчимся. We'll be right back.
Чик-пук. Вот так вот все. Загрузились, закатились. Солнце сегодня так и не вышло. Там какой-то туман. Куда мы едем? Видимость 0. Где по приборам? 0,5 километра. Заедем.